Euromusic Entertainment, группа компаний «Принц» и телеканал «Армения» представляют. Москва, 8 октября, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Самый долгожданный проект года. Юбилейное «Таши-шоу». 5 лет в Кремле. Участвуют Ашот Газарян, Макартыч Арзуманян, Тата Симонян, Арменчик, Араме, Сильва Акопян, Софи Махаян, Рафаэль Ерянусян, Андроник Арутюнян, Нерси Киспирян, Разми Камян, Мартын Макарчян, Рипсиме Акопян, Сона, проект Full House, Моника Назарян, Мигран Царукян, Хамлет Геворкян, Саркис Аветисян, Харут Балян, Нарек Бавеян, Эдгар, Арман Товмасян, Самира, Рубен Сасунцы, Лилит Карапетян, Гурген Дабагян, Спитак Цигайко, Супер Сако, Григорий Есаян, Габи Галуян, Карен Боксян, Ара Мартиросян, группа «Понаехали», Март Бабаян, Маргарита Позоян, Сосо Павлиашвили, Босон и многие другие. Вход в вечерних туалетах. Ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону плюс 7 495 517 50 57 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля.